Ви на головній співочій арені країни. І це означає, що сьогоднішня субота стане незабутньою. Збирайтеся усією родиною разом біля телевізору і обов'язково відчуйте любов «Х-фактору». Даруйте тепло і підтримку учасникам шоу разом зі спонсором показу «Світоч». «Світоч» запалює таланти. Сергію, як ви вважаєте, якими ваших хлопців хочуть бачити люди, країна? Що глядачі люблять в них найбільше? Вони люблять в них силу, мужественность, яркость, потрясающий вокал і то, що вони чесні. І, ви знаєте, моїм ребятам, бравим луганським молодцам, сьогодні, мабуть, буде тяжелее, чем всем остальным участникам. Потому что неделю назад они столь высоко подняли планку нашего шоу, планку мастерства, что повторить этот сумасшедший успех очень-очень сложно, а превзойти невозможно. Их выступление с «Богемской рапсодией» было феерическим, виртуозным и, я бы сказал, бомбезным. Ну, мы все это видели. Сегодня у нас вечер зрительских заявок, исполнения зрительских желаний. И у нас было тоже, как и у других коллег, много разных пожеланий, предложений. И мы решили выбрать композицию, которая не только давно любима слушателями, но и стала уже в некотором смысле культовой. Впрочем, меньше слов. Для вас поет трио «Экстрим». В интернете был маленький мальчик, вот перед этим эфиром, который нам пожелал удачи. Я люблю их. Экстрим? А пожелаю удачи. Пожелаю удачи. Очень много писем, сообщений приходит и пишут из Луганска. Спасибо, что в такое тяжелое время вы дарите нам минуту радости. Поразительно, как непрофессионалы, да, без музыкального образования, милиционеры и так шикарно поют. Паваротти и итальянских вот этих тенеров, они могут прекрасно заменить. И я хочу, чтобы дошло до самого кинца. Спасибо. Хороших милиционеров любят все, знаете, как из детства, про дядю Степу. Это что, это мы, что ли? Ничего себе. Нас пришли поддержать в воскресенье наши маленькие болельщики София и Лёва. Мы пили чай, разговаривали о выборе песни на следующий эфир. Ну что, вы предлагаете, как вы думаете песню? Майкл Джексон. Какую? Какую? Какой Майкл Джексон? С Наоми Кэмпбелл. Подожди, мы сейчас за песню говорим? Или... И так тепло, в такой душевной обстановке, в атмосфере такой приятной. Поэтому можно почаще такое устраивать. Сейчас они должны понять, какая профессия должна быть в их ней. Это профессия, которая у них уже есть, или музыка, которой они уделяют столько времени. Будучи курсантами, мы каждый день занимались творчеством. Приходя после занятий, бросали свои там конспекты, бегом бежали в репетиционный зал. Сейчас вот такое вот ощущение, ну, полноты, потому что ты занимаешься своим любимым делом. Вот это такой должен быть номер. С колоссальной отдачей. Вы должны в конце вообще вот быть в умод. Очень вот просто вот отработали номер и идете уже все. Они надежные,
смелые, дисциплинированные. Сама профессия их так воспитала. Мы как бы вот так вот, не знаю, взлетели. И сейчас, наверное, падать не хочется ни в коем случае. Хочется сохранить этот полет. Мы не хотим останавливаться. Экстрим. Ну ось я вже більше нічого не бачу, нічого не чую, я вже не я. Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш, і закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Хоч сьогодні не він. Я відчуваю, як падаю в небо, як падаю в небо, і краю нема. І десь би мені зупинитися треба, та сили все менше, і ти вже давно не сама. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні. Вище неба, мила моя, як то я без тебе, чому душу не пускаєш? Вище неба, чому так високо літаєш? Холодна вода не врятує. Спеки і випити пам'ять душа не дає. І очі твої, то моя небезпека, і ті ж самі очі, то щастя моє. Гей, чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні не йди. Я б не боявся, та ти наступаєш, та ти наступаєш, ти на вордаш. Мені би мовчати, але ти все знаєш. Мені би тікати, але ж ти не даш. Гей, і так буде завжди. Гей, ти від мене не йди. Вище неба. Фактор. Спасибо. І, хлопці, як я рада, що ви у нас є. Знаєте, мені дуже приємно, що глядачі, напевно, якимось чином допомогли вам обрати цю пісню і запропонували її вам співати. Це було просто чудово. Дякую вам. Давайте спілаємо в студії. Спасибо, ребята. Що вони думають про ваш виступ, Ігоре? Розумієте, яка історія? Справді цю пісню складно співати в тріо.
складно, тому що виходить народна пісня, і енергетика пропадає, хоча ми намагалися з усіх сил качати. І, завдяки ритму, да, ви навіть пісню на абордаж, слова на абордаж проспівали якось так от м'яко. І чесно кажучи, я «Вище небо» співав одним солістом, а двоє інших співали, да? Вокалізи робили. І це б мені здавалося б яскравіше. Хоча цю пісню дуже складно співати втрьох. Тому що от, ну, моє таке враження склалося. Енергетики було менше, ніж у одного соліста. І не тому, що він харизматичний, не тому абсолютно. А тому, що складно. Ну це серйозна робота за те. Спасибо. Дякую, Іване. Ну. Здравствуйте, дорогие, любимые, вечно удивляющие милиционеры, Трио Экстрим. Добрый вечер. Хочу сказать, что системе своей удивлять вы не изменяете. Сегодня вы удивили как раз тем, что очень плохо выступили. Лично для меня. И зал на самом деле тоже лукавит. Зал лукавит, потому что я смотрел на них и поворачивался к ним лицом, и смотрел на их внимательные глаза. Они давно вас потеряли, уже после второго куплета. Они смотрели, разговаривали друг с другом и сейчас лукавят по отношению к вам. Или просто хотят покричать. Вот. Дальше, что я хочу сказать. Абсолютно правильно заметил Игорь Васильевич по поводу того, что вас трое с вашей дикой энергией и там, силой вокальной и всем остальным не хватило для того, чтобы заменить одного человека, оригинала. Вот. И самое... Если бы вы делали это по-другому... Другой вектор немножко пошли бы этой песни. Я бы еще понял. По-другому бы обыграли. Но у вас очень близкая аранжировка к оригиналу. И вы проигрываете. И третье. Вы лажали. Сегодня вы лажали, ребят. Все. Дякую. Ніно. Спасибо. Мы влюбились, и поэтому сложно даже сказать то, что нам, может быть, не понравилось. Я хочу сказать, что я сразу поняла, что это песня Вакарчука по манере, потому что по ритм-секции сразу было понятно. Единственное то, что я не поняла, вот расклад голосов был настолько в другом регистре, то есть в высоком регистре, что оно не совпадало той энергетикой, которая была в оригинале, тоже повторяюсь, то есть другими словами. Да, специфически. Я думаю, что по-другому невозможно было и сделать как-то голоса разложить. Могу честно сказать, что действительно первый-второй куплет были нюансы какие-то, где-то не совпадало в первой строчке, но в финале, чтобы не говоря, что все было плохо, нет, не было все плохо. Но финал, кульминация... было такое же, какое должно было быть. И этим вы оправдывали все недостатки, которые были в первой и второй строчке. Но вы все равно молодцы, я все равно вас люблю. Спасибо. Дякую. Сергей. Да, но вы знаете, мои коллеги правы практически во всем. Да. Да, я серьезно говорю. Нет, но... Все было высказано профессионально. Дело в том, что мы так песню не готовили. И я ребятам говорил, что нужно сразу входить в градус состояния. Вот эта вот фраза «градус состояния» очень часто исходит из моих уст, потому что это очень важно. Здесь многие этого не понимают, в том числе постановщики. Они не знают, что это такое. А я знаю. Потому что я изучал актерское мастерство. Есть песни, где нужно начинать сначала тихо, спокойно, а потом давать развитие. А есть номера, где надо сразу входить в градус и держать этот градус до конца. Разные бывают ситуации. Нельзя делать все по одной схеме. И я вам говорил, как нужно петь. И до эфира вам говорил, как нужно петь. Сразу надо ярко. Вы начали очень лирично, размазанно. Да, кульминацию вы сделали отлично. Но вот так как вы пели кульминацию, близко к этому, вот градусу этой кульминации, близко надо было делать и первый, и второй куплет. И мы об этом говорили. Но вы сделали совершенно по-другому. Видимо, кто-то вам сказал, что нужно петь вот как он считает, а не как считает соседов. И вот кто вам это сказал, пусть он держит ответственность за это выступление. Потому что я так не предлагал и предложить не мог.
потому что это против законов актерского мастерства и против создания этой песни. Я могу это все разъяснять, но это очень будет долго. Это будет слишком долго. Дякую. Понимаете? Дякую, Сергею. Здесь выхвачен кусок состояния человека, который мечется, который страдает. Здесь он не начинает страдать, он уже страдает. Мы выхватываем человека, вот часть его жизни, вот этого вот, где он в таком состоянии транса, депрессии, может быть, мы выхватываем его из этого состояния, а не доводим его к этому, не приводим его к этому состоянию, дякую, к финалу Сергею, песни. Дякую, Сергею, мы вас почули, понимаете? И зрозуміли. Ми вас зрозуміли, почули. Поэтому, Сергею. Кода удалась, вот это вот, да, но надо было все петь вот на таком же градусе, как эту коду. Ну, были ошибки в пении, я тоже признаю. Я горжусь, это. Что... Я думаю, что можно с Абилтом продолжить. Они приболели в этом, на этой неделе они болели. Им было трудно, у них было очень много съемок и много репетиций. И Сергей, я рад, что вы хоть как-то восстановили голоса. Я тысячу раз вам дякую, спасибо, мы вас почули. Секундочку, я... Кондратюк, мы тебе теж почули. Я хочу сказать, что хлопцы... Коли вас розмазує наставник, це означає, що ви з ним на репетиції повинні тепер боротися, а не просто так ослухати те, що він каже. Я хочу сказати дякую. Молодці. Тільки одне, що, ну, хлопці, не ви не переймайтеся. Все одно рішення за глядачами. Тільки ви можете дозволити продовжити хлопцям боротьбу у нашому шоу. Тож, прихильники екстриму, телефонуйте 0900. 902-006 або надсилайте смс із текстом 06 на номер 7766. З одного телефонного номеру ви можете проголосувати не тільки за хлопців, а й за усіх, хто вам до душі. Дійте після того, як я оголошу про відкриття лінії для голосування. Хлопці, удачі вам, гарного вечора. Це було Тріо Екстрим. Спасибо всім. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.